Здравствуйте. Вы откуда вас? Мы из Чечни. А вы? О, мы вас поздравляем. Поздравляем. Спасибо вам огромное. Мы вас любим, мы вас ждали. Спасибо вашему президенту Кадыру Кадыру и Владимиру Владимировичу Путину. И передайте от нас, что мы очень ждали и любили. Вот, спасибо. А как здоровье? Слава Богу, потихонечку. А вот с продуктами как у вас? Ну, сейчас, конечно, слава Богу. Единственное, что мы можем сегодня помочь хлебом, тушенкой. Очень благодарны. А так все хватает? А так пока да. Картошка есть, огурчик есть, молочко есть. У вас тут козы гуляют? Да, молочко есть. Так что спасибо. Спасибо вам. Все, тогда. Насчет тушенки и хлеба мы не забудем. Ждем обязательно. Мы тогда дальше пойдем.